Всем хай, с вами снова я, Удир, и это игра «Последний день на Земле», и сегодня мы будем проходить четвертый этаж бункера Альфа. Да, кто ждал, не знаю, напишите что-нибудь в комментариях. Сейчас военный сет брони возьму, потому что мне может не хватить. Так, слишком много нам не понадобится, чтобы пройти четвертый этаж. Мы так, наскоряк его будем проходить. И я еще не знаю, будем мы его полностью проходить, зачищать от зомби или нет. Потому что, с одной стороны, было бы неплохо показать его полностью. Так, по навыкам я, естественно, самолечение беру и скрытность. Скрытность нам понадобится. Тут, кстати, скрытность не поможет вам, даже не пытайтесь. Сейчас я вам это покажу, смотрите. Я даже замах не успел скрытую атаку сделать, и все, они на меня сагрились. И получается, надо будет отбежать, ударить и снова отбежать, чтобы толстяк поменьше нас бил. Лучше всего будет так сделать. Так, ну да, с кувалдой идеально добивать. Сейчас еще одну трубу беру. Ай-яй-яй, кувалда. Все. С трубы давай доломаю его спокойно. Смотрят меня приблизительно по 5 минут ролики мои, именно поэтому я подумал... Стараешься вырезать все лишнее, нифига не получается. Не стараешься вырезать что-либо, просто как есть выкладываешь, тоже 5 минут. Как бы я тут подумал, реально может не париться. А тут скрытую атаку по токсичному пластику наносите, либо с кувалды, либо с разрушителя. Потом меняете пол, либо перезаходите на этаж полностью. Для чего? Это чтобы как бы этаж сбросился, это не работает фишка в... хардкоре режиме. Ну, в принципе, вы можете просто, получается, что сделать? Закрыть игру, открыть игру, выбежать, добежать до лифта, получается, на какой-то этаж спуститься, подняться и вернуться снова на четвертый. Ну да, только подняться, пока есть четвертый этаж самый низкий. Так, и вторую атаку уже надо с кувалдой делать именно по дальнему толстяку, чтобы... Если вы будете... Да не, вы по вот этому первому пластику ТТшки не сможете скрытую атаку нанести, потому что второй мешает. Этого вы сейчас скрытно убиваете, и потом идет сразу вторая скрытая атака. Смотрите, это дых. Если у вас будет без модификации, то это все работает, потому что урон тройной у разрушителя 165, а у кувалды 135, в сумме 300, как раз таки то, что нам нужно. И дальше вот так вот добивайте с трубы. Вот, очень неплохо себя показывает, в принципе. Ну, соглашусь насчет лопаты, что не... Вроде как бы, типа, неплохой вариант, но все-таки плохой. Реально, обычный нож, ну, тесак, лучше справится. Скрытая атака по токсичному пластику. И вот так вот за стеночку, чуть-чуть. И ломайте всех по одному. Вот, правда... Тут придется немножко вот так вот играться, где-то позиции менять. Вот напишите в комментариях, какой у вас уровень и сколько у вас хп. Мне очень интересно, потому что при прохождении это тоже важно. Так, токсичный толстяка сломал, ладно, окей. Тут пытайтесь экономить как можете. Ну, я тут вам показываю тупо без этой фишки пока миссии. Ну, я в некоторых местах буду показывать, что можно эту фишку юзать. Давайте посмотрим, что тут в ящике есть интересненького. Опа, на бинты. Ну, вот как раз таки хил. Я беру обычно на этаж по 300 морковного рогу, и этого, в принципе, хватает. Если у вас 102 хп и ниже, то лучше броню вот эту рейдерскую использовать. Потому что яростный гигант у вас с одного удара не снесет. В рабочую просто сносит, он 102 хп. Если у вас 100 или 102 хп, то рабочий лучше не юзать. Турели пропускаем, потому что для задания рейдеров, если, конечно, у вас нету задания убить турели. Вот тут вообще почему-то они сразу сагрились, я это не понял, но надо по логике делать так. Они не агрятся сразу, вам приходится наоборот чуть-чуть вперед забежать, потом ломать. Тут вообще, по логике, было бы неплохо вам научиться фишке вот этой со стенкой. Ну, тут минус броня, как бы.
по-другому у вас выбора нету, если у вас фишка для вас очень сложная, вам придется просто-напросто вот так вот зажимать и все, и хиляться при этом. Так, ну с разрушителей давайте я добью, все, неплохо. У вас реально другого выхода нету, если у вас устройство не позволяет. Вообще этой фишке очень легко научиться. На толстяках тренируйтесь. С телефона я на ферме старый делал, правда, с диким гигантом. Здесь, в принципе, для меня несложно. Я могу подзапариться и с телефона так прийти, но буду эти моменты ускорять. Потому что я в два раза медленнее буду делать из-за неудобства. Ну, не привыкший в этом плане. Ну, смотрите, нам как минимум теперь нужна вот такая вот броня и аптечки желательно. Бинты лучше не юзать, потому что мы от взрыва можем умереть. Тут две турели, их надо все пробежать. Обе две турели. Так, ХП до конца восстанавливаем, как только можем. И внимательно смотрим на персонажа. Если кружочек под ногами появится, то сразу нажимаем аптечку. Потом этот кружочек красный, это означает, что на вас полетит граната от турели. И получается, она вас убьет, если у вас мало хп будет. Так, тут все хорошо. А вот тут на второй турельке лучше предохраняться, да. Так, до конца хп восстановили. И снова, прям до угла будем сейчас бежать. Готовы? Так. Сейчас, вроде все хорошо. В принципе, пора. Ну что, побежали? Так, погнали. Раз, два, три. Так. И даже из-за того, что круг не видно, ну, в принципе, можно впереди просто пробежать. Тут, кстати, аптечку никуда не девайте, потому что вам надо еще вот эту дичь открыть. Не сразу получается. И при этом сразу в угол спрятаться лучше всего. Так, все, спрятался. Так. Вот так вот ломаете. Чуть-чуть вперед подходите, турель не будет доставать. Теперь обратно и вдоль стенки назад чуть-чуть, чтобы замерзший толстяк к вам подошел. И ломайте до конца его спокойно. Да, лучше всего, конечно, огнестрел. Кто хочет огнестрел, тратьте. У кого есть, кто может себе позволить. А так, насчет яростных гигантов по другим этажам, что я хотел сказать. Первый этаж, ой, то есть второй, мало кто посмотрел, ну, полностью. И люди не понимают, они думали, что я убивал с Glock 17 всех и с помощью этой фишки через стенку. Ну, вы поняли, как я убивал. Тут добежали до яростного гиганта, его сразу на расстрел пускаем. Турель, потому что мы не трогали. В принципе, можно было до турели дотянуть, потом яростного гиганта обижать, активировать терминал, выйти, перезайти. Вот так вот можно было бы. Это не экономнее получилось, лучше турель все-таки пробежать. Лучше яростный гигант, так экономнее убить. Потому что турель прокачанная. На нее целый глок уйдет, не прокачанный. Ну и тут активируем терминал. Насчет других этажей. Когда я второй этаж выложил, все подумали, что... Ну, не все. Сори, это, конечно, глупо так обособлять. Жестко. Многие не стали досматривать, потому что я там показывал, что яростных гигантов можно либо через стенку, либо с Glock 17 добивать. Там надо с Glock 17 убить только двух гигантов. Тут вдоль одной турели мы просто пробегаем. Садимся. Так, аккуратненько. Наносим скрытую атаку, получается, по ТТшке. И потом уже добиваем остальных. Так, и трубу добавляю. Все. Они думали, что я с фишкой убил, а двух яростных гигантов всего лишь на третьем этаже надо было убить. Двух с Glock 17 огнестрел. Если пол Glock 17 вам хватит, турель не обязательно трогать, если вам не нужны турели, детали, то есть от турели, там тепловизор, то есть тепловой датчик может выпасть, запчасти для турели. Так, все сломал. Теперь, следующий момент. Кстати, вы тут можете его не убивать, а просто залутать ящик. Он, в принципе, не сагрится. Так, вот так вот проходите и лутайте спокойненько. Но я его все-таки убью, потому что полное прохождение показываю. Ну, полную зачистку. Так, и что еще добавить? И люди просто до конца не досмотрели видео. Я там показывал, как я всех, если не ошибаюсь, около... Так, давайте сейчас быстренько посчитаю. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пять яростных гигантов я убил с холодного оружия.
с холодного оружия, без стенки. И это люди как бы не заметили, не стали смотреть, подумали, и, может, за это даже дизлайки повлепляли. Обидно стало, конечно же. То, что они не смотрят, и потом пишут тебе, ой, ну, блин, типа, я его полный не прохожу, у меня оружия нету, Глока 17. Так там половина. Если нету Глок 17, то лучше всего, конечно, самопал юзать. Так, вот тут мы открыли, и сразу сагрили, и до конца доламываем. По одному. Вот так вот урон распределили, чтобы нас много никто не трогал. И вот теперь остается последнего. Замешивать толстяка, ломать. В принципе, за счет стенки его тоже можно ломать. Только придется не в момент удара, ну, не в момент замаха его выбегать и бить, а после звука удара. У них получается как бы анимация какая-то другая, и удар проходит после того, как они даже ударили. Так, пробегаем, хиляемся, открываем. Чуть-чуть тут постоим и агрим вот этого окоченевшего зомби. Так, собака. Надо было чуть-чуть еще дольше постоять. И все, теперь до конца. Брони совсем чуть-чуть осталось. Блин, стоит выкладывать видео, где я буду слепого охотника с минимум брони как бы убивать. Тут будет самое сложное. В том плане, то, что тут эти сагрятся. Бегуны раньше можно как-то было подходить, скрытую атаку сделать, и либо я уже забыл, давно реально не проходил. Обычный, вот, видите, сразу агрится. Ну, тогда просто берем, наверное, Глок 17 и расстреливаем. Ладно, давайте я пока доломаю, как смогу, и бег этого яростного гиганта просто бегу. А, нет, не получится, все, я далеко. Так, хп, аккуратнее. За счет хп просто посмотрите за ним и до конца добивайте. И что мы имеем? Вам надо всего лишь также пол Глока 17. Тут два яростных гиганта убить. Ага, трех. Тут трех. Это 0.75 Глока. Это почти целый Глок. У вас еще на одного яростного остается. Либо на турель. Получается, грубо говоря, один Глок с большим магазином на второй этаж бункера Альфа и на четвертый. И на втором можно два Глока потратить, в итоге вы тратите 3 Глок 17. И в принципе 7 можете отыграть, если в лучшем случае, конечно, если у вас талонов 30 накопится. Ну вот и все, главный терминал сейчас активируем, и доступ к нам, к заветным ящикам, уже будет открыт, будет все обалденно. Тут вы можете сталь получить, медные слитки, алюминиевые пластины, алюминиевые слитки, медную руду. Ну сейчас увидим. Вот. В принципе, я уже перечислил то, что я сказал. То есть то, что мне выпало. Так, разрушитель в карман. Экономия нужна. Вот и все. Алюминиевая проволока также падает. Алюминиевую проволоку очень легко получить в ящиках за талоны. Ну и в принципе, вот и видео наше подошло к концу. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях, как пройти. Не знаю. Как бы я не подумал, что вы спрашиваете. Ну, нет, я не подумаю. Ну, и можете, в принципе, обратно возвращаться. И все. Что хотел, то сказал. Поделился своими мыслями. Если есть на втором и третьем этаже, используйте эти. Самопалы, если есть, они в ящиках на локациях падают и на подобных местах с ботов. Вы яростных гигантов с них убивайте. Всем бай-бай.